В Звенигороде заработало инфекционное отделение на 600 мест. Для его создания в кратчайшие сроки был переоборудован Звенигородский центр восстановительной медицины и реабилитации. Волонтеры местного отделения партии «Единая Россия» доставили в отделение специальное медицинское оборудование, которое собирали по городам Подмосковья. Задачей было найти технику, в настоящий момент не задействованную для работы, пояснил председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев.